Почти 100 электронных сервисов и услуг пенсионного фонда доступны онлайн. На сайте ПФР и портале госуслуг можно получить практически любую помощь. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности организации. Регистрация на портале госуслуг дает возможность быстро и удобно обратиться в ПФР без посещения клиентской службы. Колымчане, которые подтвердили учетную запись на портале госуслуг, получают возможность доступа в личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Если прийти на офлайн-прием необходимо, то можно воспользоваться сервисом предварительной записи.